Напомню, 2020 объявлен годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. И в Тюмени уже началась серия мероприятий, посвященных этой дате. Капсулы смертных медальонов, каски и саперные лопатки – это лишь малая толика экспонатов, которые можно увидеть на выставке «Живая память». Новая экспозиция открылась в областной научной библиотеке имени Менделеева. На ней представлены модели военной техники пяти крупнейших сражений Второй мировой – битвам за Москву, Сталинград, Курск, Берлин и белорусской наступательной операции. Также здесь можно увидеть уникальные здания из фондов библиотеки и фотопроект «Нет в России семьи такой». Фотографии родственников наших сотрудников, которые были участниками Великой Отечественной войны. Это деды, прадеды, и история каждого из них запечатлена на фотовыставке. Еще одна дата, которую сегодня отмечает вся страна – снятие блокады Ленинграда. Напомним, город освободили ровно 76 лет назад. Тюменцы также присоединились к всероссийской акции «Блокадный хлеб» и раздали печально известные пайки весом 125 граммов во дворце «Пионер».